Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Парковка в столице в новогодние праздники станет бесплатной. С 1 по 8 января парковка в Москве будет бесплатной. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ администратор московского парковочного пространства. Отмечается, что можно оставить автомобиль без оплаты даже на улицах, на которых действует тариф 380 рублей в час. Однако плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам. В АМПП просят водителей не создавать помех и парковать автомобили только в разрешенных для этого местах. Кроме того, в единый контакт-центр «Московский транспорт» можно обратиться по всем вопросам, связанным с парковочным пространством. На этом пока все. Больше новостей жизни столицы и не только. Читайте на сайте mymsk.online. До скорого!